понимать, насколько это нам интересно, каким-то образом понимать, как это реплицируется с нами, с нашими общими чувствами, насколько нам это интересно. Не зря мы сегодня встретились вот на этой площадке на партии роста. То есть мы понимаем, что мы все наконец-то хотим расти, а не куда-то сваливаться в непонятные там дебри. Я думаю, сегодняшний наш первый спикер Макс Логвинов вам прям в социальной сфере покажет, каким образом этот блокчейн применим для нас лично. Не просто это какие-то слова, не просто для гиков, не просто для людей, как я, как он, как Ярослав. То есть мы просто-напросто и так помешаны на всем этом, потому что мы это представляем, техническая реализация. Если она вам будет интересна, мы сегодня, все трое из нас, мы сегодня разработчики. То есть это не просто люди, которые рядом ходящие, а это люди, которые каждый день этим занимаются. Это люди, которые, так сказать, ну, в какой-то мере делают наш завтрашний день в определенных проектах, в определенных направлениях. Вам большое спасибо, что вы пришли, и приятного прослушивания. Максим.